Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в прохождение Five Nights at Freddy's 4, это уже вторая часть. Первая часть я сегодня ночью записал, выложил, насобирал кирпичи, которые тут навалил под стол, потому что это реально сыкотно, прямо так было, что я прям, ну не знаю, я чуть сознание не потерял, это еще как-то неожиданно, слишком неожиданно было. Если в третьем... В Нафи это как-то более-менее, да, все там светло, ты видишь, кто где подходит на камерах, и ты можешь даже, когда ты уже привыкнешь, то ты уже как бы не пугаешься. А тут это жопа, ребята. Там еще и темно было, и знаете, как будто реально в каких-то там ужасах, а в фильмах на тебя с темноты кто-то выскакивает. Это охренеть просто было, ребята. Я боюсь наушники одевать, ребята. Я честно, я вообще боюсь наушниками играть. Я не знаю. Да, я пока что так буду. Если я, конечно, что-то слышать буду. Я с одним ухом буду играть. Да ну вас в сраку. Иди ты нахрен. Да ну, ребят, это... Я понимаю, что нужно слушать, то есть нужно слушать, чтобы... Ну, нужно слушать, потому что если ты не будешь слушать, ты не будешь знать, что там кто-то есть. Да ну, ребята, мне, если честно, очень стрёмно играть в неё. После первой ночи, и я ночью записывал вот это, то... Да ну нафиг. Да, ну да. Но он вроде появился третьей ночью. Он вроде... не ночью. Он вроде появился на третий час. А что нужно мне было делать вот в том случае, ребята? А как вы думаете? Может просто закрыть двери вот так и держать минут 5? Потому что я закрыл двери. А, я слышу нормально, более-менее так. Я, ребята, закрыл двери, но я их же сразу же и открыл. Может, из-за этого? Вот нужно было вот так закрыть и держать хоть пару минут. Ну, я образно. Конечно, пару минут. Но хотя бы секунд 20. А то я это вот так закрыл, сразу открыл. Может, из-за этого он и потом и вернулся, знаете? Это, ну, я вот хреново то, что я не слушаю. Хотя более-менее слышу, я слышу щелчки камеры вот этого всего. Но по сути тут же даже, знаете, предупреждают, что слушай, нужно слушать, если там кто-то дышит. Вашу мать, а. А там еще и что-то и за нами может быть. Не зря же там запиндолили вот этого Фредди. Ух ты нахрен, я случайно нажал обернуться, уже обосрался. Мне так стрёмно, ребята, вы себе не представляете. После той ночи, когда я обосрал весь пол себе тут дома, я как-то больше даже не хочу играть. Он пришел третьей ночью. Почему я продолжаю говорить третьей ночью? На третий час. Когда уже 3.5, знаете, было. Он тогда пришел. Не факт, что он сейчас быстрее не сможет прийти, да? Или под конец, наоборот. Третий час. У нас пропали подсказки. Я сумасшедшим, ребята, стою с этой игрой, честное слово. Жопу ваш ФНАФ, честное... Это чё за... Хрена меня! Это там Фредди плюшевая игрушка, и в него вселяется какая-то душа, я так понимаю, и потом убегает.
Идите в пень! Обернись. Оберни... А лучше не оборачивайся. Ребята, я не знаю, что мне делать. Тут его нету. Закроем двери, будем держать. Почему я не могу сразу все двери закрыть? Сразу все три двери. И просто их держать. Ща. Ну это я уже, к этому я уже привыкаю. А может, если там кто-то другой будет, то это вообще обсираушки будут. Четвертый час, ребята. Четвертый, мать его, час. Но к этому я уже привык. Он там что-то кричит, кричит. Это уже более-менее. Вот это чудило, которое там. А вот что тут нафиг? Этот чувак с первой ночи, с первой серии меня так напугал. Да я вижу, и ваши ребята комментарии там были нехиленькие, что кто-то там стула упал, кто-то там телефон с рук выронил, кто-то там еще. Не знаю что, но я с вами согласен, ребята. Это было слишком страшно. Я сразу лучше закрываю дверь на всякий случай. Так, никого. Пока что. Пока что, может, и никого. А сейчас... Фух, я просто молчу, ребята. Мне тут реально нужно очень сосредотачиваться, потому что это жопа. Да! Ох! Больше я в этот раз проходить не буду. Мне две ночи хватит. Точнее, пройти первую ночь мне хватит. Четыре дня до начала вечеринки. Это мои друзья. Но это мы уже проходили. Ты знаешь, он опять прячется. А, он... Не остановиться до тех пор, пока ты его не найдешь. Так вот же он. Или это не то нам нужно? Ага. О, Фредди за нами следует. Вот тут. А что вот тут? Так, возвращаемся. И опять Фредди тут. И вот тут. Угу. Может... Да твою мать! Завтра другой день. Опять завтра другой день. Идите вы в сраку со своими другими днями. Ребята, лучше давайте будем заканчивать. А с меня хватит пройти первую ночь. Вторую ночь пройдем в следующий раз. Ребята, если вы хотите больше ФНАФа, давайте наберем 300 лайков на вот этой серии. И сразу же, я вам, ребята, обещаю, в ту же секунду выходит еще одна новая серия. Опачки, это в другом месте? Ладно, давайте, ребята, 300 лайков, выходит новая серия. Мне кажется, это будет интересно. Всем спасибо за просмотр, оставляйте свои комментарии, если хотите со мной пообщаться. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Не забываем подписываться на мой канал.